Председатель областной думы проголосовал утром 19 сентября в 9 часов. Михаил Боровицкий посетил участок 1903, расположенный в стенах университета имени Демидова. Отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы России. Сегодня идут выборы депутатов Государственной думы. Это главный государственный орган, который принимает самые главные законы, по которым в течение предстоящих 5 лет будет жить страна. Безусловно, это право каждого гражданина, но я считаю, что это право каждый гражданин обязан реализовать. Поэтому я для себя навсегда однозначно решил, я всегда буду участвовать в выборах. Голосование в условиях распространения коронавирусной инфекции проходило безопасно. На входе у голосующих измеряли температуру, помещение обрабатывали антисептиками, голосующим предоставляли маски и перчатки. Все члены избирательной комиссии и наблюдатели также были в масках и перчатках. За ходом и прозрачностью процесса следили наблюдатели. Они отметили, что нарушений на участке 1903 зафиксировано не было. В наши обязанности входит с утра проверять, чтобы ящики были опломбированы. Все на нашем участке работают КАИБы, то есть каждое утро мы проверяем, вечером нам выдается протокол, и утром мы сверяем, чтобы не было сбросов бюллетеней, все данные вечерней проверки и утренней должны совпадать.